Куда сохраняются записи с ABS? Сейчас быстренько расскажу. Заходим в ABS программочку. Программа ABS. Заходим. Допустим, экран, захват экрана или захват окна, кому как удобней. Нажимаем начать запись. Вот идет запись. Ну, я так быстро не буду тут углубляться, тут смотреть Алиэкспресс, остановить запись. Дальше нам нужно посмотреть, куда это все сохранилось. Нажимаем файл, в левом верхнем углу файл нажимаем, показать записи. Вот он открывает картинку, и вот здесь сохранена эта запись. Вот все очень просто.